С песнями, выставой и спаборництвами прошел у Бресте городский день инвалидов. На что здольны люди с обмежованными махчимостями, побачила Олеся Зелянко. Живописные картины про своих майстров кажутся не шмат, а ли зато и головное, что яны талиновитые и закаханные у життё, что не стратили веру у себе и новый день. И не сдогадаешься, что вось той пейзаж малевала мастачка, у якой 1% зроку. А гэтак з усімі представленными речами, як и с людьми. Самая главная цель вот этих мероприятий – людей вывести из четырех стен, чтобы они видели друг друга, видели, что они могут, что они равны среди равных, то есть среди здоровых людей. В городе Бресте, по данным здравоохранения, насчитывается более 14 тысяч инвалидов. Из них более 2500 – это с проблемами опорно-двигательного аппарата. Из них около 400 человек – это колясочники. Около 700 человек – инвалиды по зрению, около 300 – инвалиды по слуху. Работа с инвалидами у Бресте ведется штодзённо на узровне як дзяржструктур, так и громадских объединений. Основное, зразумело, пенсийные обеспечения, а так само адресная социальная допомога. Городское ж свято дает махчимость подвести пэўные выники работы и нагадать здоровым людям, что побач з ими живут тыя, у кого не глядячи на обмежаванные физичные ці психофизичные махчимости, есть чему повучиться. Мы инвалиды. Люди такие же полносправные, такие здоровые люди. И интеграция проходит за 20 лет, как мы занимаемся реабилитацией, просто удивительно. И мы уже не стесняемся, и нас не стесняются, и на нас смотрят как на равных. У День инвалида у парку имя 1 мая удельники свята демонстрировали самые разные здольности. Например, выдатно спевали, навод при отсутности голосу. Коли души хотелось под музыку вспоминать про подеи великой чины, вырашать задачу допомагали руки. Дякуючи волонтерам с Червоного Крыжа, у гэты день каждый жадающий мог поклопотиться про свое здоровье. А на проконце свята его головных героев чакали продуктовые наборы, подрыхтованные спонсорами. Олеся Зеленко, Василь Полховский, областные новины, Брест.